Привет, ребята. Вот вчера получил новый оловок от РХ Лурис, от Роберта Хаммера. Новая модификация, заявлено 19 грамм. Он отличается от предшествующих оловков. Ну, на низкой скорости так он рекомендует его вести, играет. Такой интересный. Летит офигенно. Ну, сейчас уже не сезон его на рыбе испытать. Ну, можно пробовать. Но будем ждать следующего июня. Вот такой классный ловочек. И начали они опять выпускать РХ-85 в весе 20 грамм. Они его перестали одно время выпускать, выпускали 15-17 грамм, он что-то мне не особо нравился. Вот этот трансформер в носу, что-то мне не понравилось. Я вот сегодня попробовал, что-то в носу мне не очень понравилась игра, что-то я не понял. Ну, сверху как низкочастотный ратменчик, летит ничего такой. На старый, что я у меня был, я оторвал его, ловил неплохо. И такой РХ Классик, 12 грамм заявлено, ну, наверное, меньше весит. Летит хреновато тут, ну, такая хорошая жереховая игра, они даже на судака его рекомендуют. Вот это типа новинки на РХ Лурисе. Ну, пока все.